Здравствуйте, с вами Александр. Я вам сегодня хочу рассказать о коляске Мимо Ксари. Просто обзор, где я показываю вообще, что она из себя представляет, как она разбирается, собирается, и все это уже есть у меня на канале. Полный обзор я имею в виду. Я добавлю ссылку в описании, пройдите, посмотрите. Сегодня же я вам расскажу о лимитированной версии с расширенной комплектацией. Версия называется Well Limited Edition. Это такой своего рода Chevrolet Camaro среди колясок. Вот он всегда везде выделяется на улицах, на дорогах. Также эта коляска выделяется всегда в потоке колясок. Поэтому здесь вы незамеченными не останетесь 100%. Это самая настоящая панторезочка. Вот, поэтому сегодня мы немножечко с вами ее поразглядываем. Давайте немножечко расскажу вам, чем именно она отличается. Во-первых, она бывает только в желтом цвете и с расширенной комплектацией. С ней всегда идет в комплектации только черное шасси черного цвета. Стартер-пак идет всегда вот такой расцветки. На мой взгляд, идеально подходит расцветочка к желтому, к ядрено-желтому цвету. Также в комплектацию входит такой же расцветки зонт и такая своего рода накидка от солнца, в то же время и москитка тоже такого же цвета. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Я вообще просто прям посмотрел, думал, ничего себе. Очень крутая задумка. Выглядит круто. Так, наверное, козыречек вот так вот. Опа. И вот так это все делается. Здесь специальные вот такие есть крепежи. Здесь очень легко это все за козырек цепляется. Потом вот это вот опускаем сюда вниз. Здесь опять же за козыречек пропускаем. Вот, все в натяг. Все очень аккуратненько, все красиво. Ну еще бы. Премиум сегмент все-таки. Вот как это выглядит. Здесь есть окошечко, чтобы ребенок мог смотреть, если что. Сбоку есть окошечки. Вот. В общем, кстати, в комплектацию еще входит, ну, москитка, вы видите, с накидкой на солнце одновременно. Есть дождевик входит в комплектацию. Вообще, что это делает продукт премиальным? Внимание к деталям. Здесь посмотрите, насколько хорошо и во что упакован просто дождевичок. Просто дождевик. Вот когда вот все вот так везде до мелочи круто сделано, это очень приятно. Вот. Так, давайте посмотрим на нее вокруг. Здесь, кстати, что мне нравится, своего рода такая татуировочка у коляски. Очень круто смотрится. В сочетании с черным прям бомбически. И цвет реально такой, не знаю, как на картинке вы его увидите, но он в жизни очень сочный такой цвет. Постараюсь передать вам в изображении нужный цвет. Поэтому вот смотрите. Такая вот. Это даже вот не просто, оно даже ощущается, как это все прорисовано. Вот. Собственно, кроме комплектации и расцветки, и то, что это ограниченная версия, ничем она больше от обычной версии не отличается. Задумка здесь просто, вот, чтобы быть не как все, выделяться, быть ярким. У нас много людей хотят выделяться, поэтому, как говорится, добро пожаловать, выбирайте именно этот цвет и будете стопроцентно ярче, заметнее всех, это вот прям по-любому. Вот.
Повторюсь, обзор просто на нее добавлю в описание. Пройдите, если еще не знаете, что это за коляска, посмотрите, изучите. Очень бодренькая, интересная колясочка. Вот. Единственное, еще замечу, что эта расцветка стоит дороже, чем все остальные цвета. Ну, из-за того, что она такая дизайнерская, из-за того, что у нее комплектация богаче. Конечно, если вы все это отдельно будете покупать с каким-то простым цветом, выйдет немного дешевле, но не будет уже так ярко, так вот помпезно, не будет у вас такой понторезочки. На мой взгляд, действительно очень круто получилось. Вот. Все, уберу еще раз, посмотрите. Очень неплохо, прям очень. Еще можно купить вот сюда аксессуар специальный, накладочка, чтобы эко-кожу ножками, ботинками ребенок не портил. Вставочка пластиковая или резиновая, я уже точно не помню. И она тоже сочетается черная, вот тоже придает такой своего рода интересный вид. Поэтому, в принципе, все, что хотел показать, я вам показал. Действительно, крутая расцветочка, интересная. Хотите выделяться? Пожалуйста, вот вам еще один вариант выделиться среди мамаш на площадочке, где вы гуляете. Вот. Ну, в принципе, все. Я с вами прощаюсь. И единственное, в заключение хочу поблагодарить первую коляску за то, что предоставили на обзор Mimuxari Limited Edition, Wellow Limited Edition. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. И всего доброго. До свидания.